Жители Южно-Сахалинска рассказали о некачественной уборке улиц областного центра. Это видео снял один из жителей города. На нем видно, как уборочные машины во время чистки на дорогах поднимают огромные клубы пыли. Сухая уборка улиц, которой занимаются в Южно-Сахалинске всесезонно, включает в себя сбор песка и мусора с проезжей части. Порой такие мероприятия доставляют неудобства горожанам. Эти работы проводятся на самом деле и летом, и зимой. Просто летом они проводятся на увлажненной поверхности, и после этого вакуумные подметально-уборочные машины эту грязь с прилотковой зоны собирают. К сожалению, сейчас при минусовых температурах мы не можем и увлажнить поверхность, потому что просто элементарно будет гололед, и мы не можем выпустить на линию пылесосы, которые уже законсервированы, и работать при минусовых температурах они возможности не имеют. Убирать улицы с помощью дорожных пылесосов зимой невозможно. На морозе вода, необходимая для работы техники, замерзает. Однако совсем не подметать дороги нельзя. Пыль и мусор накроют проезжую часть сплошным слоем грязи, и неизбежно будут ДТП. Сейчас сухая уборка улиц на время приостановлена. После жалоб на работу водителей, техники, технологии очистки дорог находятся под особым контролем. Водители иногда превышают скоростной режим, но это все отслеживается системой GPS-контроля, да, и соответствующие выводы руководство делает. Мастера круглосуточные, которые должны осуществлять постоянный контроль за производимыми там работами ночью, да, ну тоже свое как бы лепту вносят. Кроме этого, очистка дорог станет лучше и в снежный период. В декабре в Южно-Сахалинск поступит первая партия нового для города противогололедного реагента – «Бионорд». Первым его применят в центре города. Реагент без песка значительно уменьшит количество грязи на улицах.